Танцуют все! Па-па-па-па! Да, мы задумали несколько новых технических элементов, которые еще никогда не выполнялись ни на одних состязаниях в мире. Пока не очень понимаем, как их сделать. Ну, постарайтесь, ребята, блин. Постарайтесь, ребята. Что вы за люди? И... Да. Ничего, ничего. И... Мне кажется, что Игорь очень быстро прибавляет в катании. Он с легкостью выполняет сложные элементы. Вот ему чуть-чуть вот простые элементы потяжелее отдаются, но вот сложные выпады и связки он очень хорошо выполняет. И это он делал еще на предыдущей программе. Сильно? Хочется катиться, знаешь, мощно, чтобы... Лед трещал под ногами, но не всегда еще тело справляется с душой. Но тем... Ну, у тебя очень богатая душа. Мне кажется, тело на коньках с такой душой не справится никогда. Ну, даже после 20 лет катания. Но я постараюсь как-то душу, да-да-да, умерить. Нет, не надо умерять. Наоборот, мне кажется, это самое то. Чемпионка мира в спортивных танцах на льду Альбена Денкова и Игорь Верник. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Царь, царь. Здравствуйте. Здравствуйте, царь. Царь. Очень приятно. Фигуристы выбрали музыкальную тему из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». Постучалась в двери. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет. Осень моросила, столько лет, где тебя носила? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорю с судьбой ради этой встречи с тобой. Мёрз я где-то плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Ты пришло, ты сбылось. И не жди ответа. Без тебя как жилось? Не на свете этом. Тот, кто ждет, все снесет. Как бы жизнь ни била, лишь бы все, это все не напрасно было. Танцуют все! Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с тобой ради этой встречи с тобой. Нес я где-то плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Да, я думаю, что если бы Леонид Гайдай видел этот танец, он остался бы очень доволен. Игорь невероятно темпераментный. Он, мне кажется, очень точно поймал ритм и выразил образ этого танца, что перевесило некоторые технические огрехи. Леха. Ой. Ну, артист. Артист Вовыч. Очень приятно. Молодец, молодец, молодец. Ну, там... Ну, выпадов не сделал. Выпадов. Проходочку не сделал. Ну, эмоции дал. Костер. Ну, проходка, да, там... Меня эмоции захлестнули. Эмоции захлестнули. Ну, надо было все равно это по чуть-чуть тогда делать. Получил бы выше оценки.
Ой, еще выше. А когда выше? Итак, Алена Денкова, Игорь Верник, оценки за технику. 5-8, 5-9, 5-8, 5-9, 5-9. Средний балл 5,86 балла. Оценки за артистизм. 5-9, 6-0, 5-9, 5-9, 6-0. Средний балл 5,94 балла. Общая сумма 11,8 балла. Насколько успешно Игорь Верник поменял профессию? Здорово! Если бы он там не упал, навернулся, я понимаю, в танце как бы это могло быть. К финалу, да. Человек уже, как говорится, готов был и падать, и нырять, и плавать на асфальте. Все понятно, но вообще очень хорошо по сравнению с прошлым разом. Просто вас поздравляю. Поздравляю тебя, Илюша. Очень забавно, неожиданно. И с очень большой отдачей. Молодец. Классно. Карен Георгиевич, как вам костюм? Это мы вместе с Игорем смастерили из моей шторы. Ну и в целом, как вам выступление? Ну, здорово, молодцы вообще. Вообще очень хорошая пара, мне кажется, замечательно выступили. И я должен сказать, еще такое желание у них кататься, такая в этом энергетика, так это все, с такой самоотдачей они это делали. Поэтому я поздравляю, и костюм отличный, и ребята хорошие. И нужно сказать, и номер задуман хорошо. Вот. Спасибо. Спасибо. Очень приятно. Царь? Здравствуйте, очень приятно, царь. Ваше Величество, довольны ли вы своим выступлением? Ты кто, девушка, будешь-то? Я молододевица, русая коса. Молододевица. А чемпионка иногда. Кто же это позволил тебе? Придворные. Не знаю. У нас вперед царя никто не смеет. Так ты мне скажи, чего упал-то? Темп не выдержал? Да что ты, миленькая, это разве темп? Темп это знаешь, что такое? Нет. Покажу. Вот сейчас родишь одного, покажу, что такое темп. Албена, матушка, как же ты справляешься с таким темпераментом? Мне нечего сказать после вашего диалога. Я лучше помолчу. Ну,